Всем привет, с вами снова Ниагара, мы продолжаем приключения Ярони. И у нас новая фотография, снова зима. Что там, катание на санках? Класс. Зимние локации очень красивые. Так как и все, тут нет некрасивых мест. Единственное, есть не очень приятные, типа там под землей, когда мы путешествовали. Или по этой технике. Ой, пробежаться по снегу, как классно. Так, а зачем я пошла назад? Ага, мне нужен этот комочек. Не знаю, правда, что мы будем с ним делать. Ну, давай. А! Понятно. Я немножечко опередила события, не дойдя сюда. Нашла способ, как пройти... О, блин, я думала, не успеет зацепиться. А вот и воспоминания. Лыжи. Не люблю лыжи, кстати говоря. Коньки, по-моему, лучше. Прикольно. Сейчас он так подпрыгнул. Ой, как здорово. Он еще когда выпрыгивает, у него все ноги в снегу. Классно. Так. Красота, здесь не будет таких агрессивных ворон, как в прошлый раз. Давай заберемся наверх. Снежок осыпается с таким звуком, как вот прямо... Чувствуешь вот это, как будто на себе, маленький такой холодный песок снега. Так, нам снова в пещеру. Не очень хорошие воспоминания у меня остались о ней, потому что жил там, помните, этот злостный хомяк. Подожди-ка, а дальше? А дальше никуда. Опять на выход. Так. А, вот. Здесь пройдем. Здесь сейчас привяжем. Так. И как классно он осыпается вообще. Мягко так хлопья обваливаются. Ух ты! Тоже здесь обвалим. Так, подожди-ка, я думаю, может быть, нам не туда. Здесь ничего не можем сделать. На этой стороне еще есть что посмотреть. Так, и туда как-то очень высоко. Получится ли? Так. Далеко бросает Ярни. Воу-воу-воу-воу. Вся мордочка в снегу. Так, подожди, нет, дружок. Нам нужна вот та шишка. Угу. Да-да-да. Так, а здесь зачем мне нужны были эти штуковины? Тут можно было бы их вот так связать. Только зачем? Я же шишку туда должна прикатить, да? Так, сейчас. Мне кажется, что если я ее оттуда сброшу... Нет, она, наверное, вниз упадет. Подожди. Связать, вы хотите сказать, все три? Ладно. Привязывай. Так. Эй. Вот, и он скатится вот туда. Потом. Ком этот. Так. Окейшки. Пойдем, шиша. Ой, что-то у меня как-то плохо с пряжей. Видимо, там опять спрятан моточек. Так. Я за тобой. Давай,
Мне очень-очень нужен вот этот моточек. Я дойду. Нет! Отдайте. Господи, буквально миллиметр мне не хватило. Отвязываем тогда все это дело. Так, давай. Может быть, у меня тут вот хватит. Так. Мне же совсем чуть-чуть. Вот. Мы немного сэкономили. Если убрать этот путь, который нужен был для шишки. Ну же, проклятие, дай. Так. Как вы думаете, что там? Сходим, посмотрим. Там вода. Аккуратно. Ага, пуговка. Конечно, что же еще? Пойдем, больше здесь делать нечего. Вдруг этот хомяк спит тут. Выйдет из своей спячки и все. А нам, наверное, наверх. Так. Ты не можешь залезть на ветку? Да ладно. Ну ладно, батутик нас спасет таким образом. Давай. Оп. О, новое воспоминание. Ребенок на санках. Ярни так смотрит на него. Там сверху шишка, как нам ее достать? Ой, подождите. Сюда, наверное, надо будет прикатить. Так, подождите, а шишку-то я видела, но... Но... Как я туда должна попасть? Давай попробуем привязать. Сделать здесь батут. Так, ага. Вот, вот таким вот макаром мы ее и достаем. Тащим сейчас его в эту степь. Ну-ка. Круто. Такие санки. Ой. Приехали. Как мне нравится, когда он на чем-нибудь катается. Или летает. Классно, что сделали это такое возможным в игре. Так, я хочу наверх. Ой, что-то мне совсем тяжко. Дайте. Хочу вот этот моточек. Моточек, спаси меня. Угу. Можем топать дальше. Не перестаю удивляться я красоте этой игры. Ой, держись. Ну, правда. Нигде я еще, наверное, не видела такого платформера. Так, давай. Здесь зацепились. И наружу уже добрались. Замечательно. Прям такое приключение опасное, что мы вниз спускаемся. Я думала, уже выбирались. Нет, не тут-то было. Снова они будут... падать. Нужно немножечко ждать, да, когда они наклоняются. А то ведь можно и не долететь. Так, там моточек. Наш любимый спасательный круг. Давай, наматывай. Ну все, мне кажется. Подземные приключения закончились. Так, ага. Нам нужно чем-то это дело разбить. Так. Будем искать еще одну шишку, наверное. А, вот. На этом можно прокатиться. Подожди, нет. Он такой встал. Ты что хотела? Поднять, что ли? Нет. Мы сейчас поедем опять кататься. Юху! Все. Классно. О, оленя.
что-то там жуют. Какие-то побеги раскопали под снегом. Так, Шишенька. Пойдем, дорогая. Пока не знаю куда, но пойдем со мной. Так. Подожди. Сначала ты. Я не знаю, что там. Надо мне аккуратно спускаться. Так что ты вперед. Вот. А вот санки стоят. Коловорот. О, вот так вот мы задвинули это дело. Иначе бы ему здесь, наверное, не пройти. Лунки. Здесь рыбацкие лунки. А, подождите-ка. А зачем мне здесь прицепка вот эта? Воспоминания о мужчине, который тут рыбачил. Понятно. Мне ее нужно, наверное, сюда притащить. А смогу ли я это сделать? Наверное, нет. Так. Конечно же, нет. Ой, подожди, аккуратно. Зачем тогда здесь у меня зацепка? Не вижу ничего, чтобы он мог еще поймать. Так. Главное, сюда я... Ой! Сюда я притащила. Ну-ка. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вылезай, Ярни. Подождите-ка. Так, а если теперь? Вот. Эту задвигаем сюда. И теперь я могу протащить свой комочек снега. Покатились. Ой, нет, не залезай. Да нет же. Пытаются на него залезть. Вот так вот. Такая несложная головоломка. Тут главное было понять, что их нужно поменять местами. Ну и все. Мы преодолели этот момент. Тут нас ждет моточек. Ой, еле дошел. Уже когда у него появляются эти узелки, начинаешь напрягаться. Так, попили они горячего чайку. Да. Пойдем наверх. Так. Тоже попьем чайку. Давай, Ярни, надо. Так. Что мы здесь можем сделать? Мы можем столкнуть чайник, но что нам это даст? Эта штука поднимется. Ладненько. Нет? Аккуратно. Пока я не поняла, зачем нам это надо. Подожди, ну привяжем на всякий случай, мало ли. Или что, мне нужно будет... Чайник еще сюда тащить, нет? Так. Нет, я не понимаю. А, мне нужно что-то сделать, чтобы повыше было. Вот так. Нет, но он потом снова поднимается. Мне что-то нужно туда положить или как-то, короче говоря, чтобы кверху был рычаг. Видите, я туда не допрыгну, не достану. Так, а что мы туда можем положить? Там вот шишка лежит. Правда, мы, по-моему, уже не можем, да? Подожди, пройти дальше. Почему не можем? Можем. Вот нам шишка должна помочь. Или нет? Так, если мы перевяжем там еще, у нас получится такой мостик, по которому можно будет принести наш комочек. Так, подожди-ка. Давай, поехали. Правда, я опять столько пряжи потратила на это все дело.
Ух, как тяжко в город тащится. Комочек снега. Вот сейчас должно перевесить, по идее. Давай. О, отлично. Теперь-то уже мы заберемся наверх. Вопрос в том, отвязывать ли там все, что я навязала. Надеюсь, хватит, чтобы нам не пришлось возвращаться и отвязывать все это. А мы пришли. Да, здорово. На самой крыше нашел связанную снежинку. Ну, похоже. Или цветочек. Но раз у нас снег, значит, это снежинка. Выпускаем еще воспоминания об этой зимней рыбалке, катаниях на санках. Так, вот оно, зимнее солнце. Да, уровень снега, представляете, вон там ребенок идет, размером с ребенка, короче говоря, сугробы высотой полметра, наверное. Гуляли вот так вот они по лесу. Так, потом что тут готовили? Дети катались. Ну, вообще, божественные снимки. Очень красиво. Все. На этом часть заканчиваем. У нас, видите, осталось не так много места. Мне кажется, пара уровней, да? Весь альбомчик уже мы обклеили. И интересно посмотреть даже финал. Что скажет нам эта женщина, когда посмотрит все фотографии. Давайте продолжим в следующей серии. Если нравится вам это прохождение или именно эта серия, не забудьте поставить свой лайк. До скорого, всем пока!